Всем привет! Сегодня у нас на обзоре брелок управления системой безопасности AJAX Space Control. В этом видео мы расскажем про назначение, технические характеристики, а также дополнительные возможности устройства. Поехали! Безпека Клуб – первый маркетплейс безопасности в Украине. Основной функцией брелка AJAX Space Control является постановка и снятие системы AJAX с охраны. За это отвечает первая кнопка с полным кругом и вторая кнопка с неполным кругом. При нажатии на первую кнопку система перейдет в режим охрана. Светодиоды мигнут зеленым цветом, и вам в мобильное приложение придет соответствующее уведомление. Для снятия системы с охраны просто нажмите вторую кнопку. Вы также увидите индикацию подтверждения и сообщение в мобильном приложении. Кроме функции постановки и снятия, в брелке присутствуют еще две важные функции. Первая — это постановка на ночной режим. Иногда этот режим называют частичной постановкой системы на охрану. После нажатия на кнопку в режим охраны перейдут только заранее заданные вами датчики. Например, вы можете, находясь в квартире, поставить на охрану только датчики на окнах и дверях. Только датчики на окнах и дверях, а датчики движения останутся неактивны. Вы сможете спокойно перемещаться внутри вашего жилья, а если в ночное время кто-то попытается попасть к вам в жилье, система выдаст тревогу. Кстати, у нас на канале есть обзор датчиков открытия дверей и окон Door Protect, где мы рассказываем про их возможности и ночной режим. Рекомендую посмотреть. А четвертая кнопка на брелке называется тревожная кнопка. Она отвечает за активацию тревоги вне зависимости от того, находится система в режиме охраны или нет. Например, вы находитесь во дворе своего жилого дома или работаете в офисе, и неожиданно происходит нештатная ситуация. Как правило, в такие моменты человек теряется и не знает, что делать и кому звонить. Да он зачастую не успевает это сделать. А просто нажав на тревожную кнопку, соответствующее сообщение придет вашим близким или в охранную компанию. Конечно, вы заранее должны продумать такой сценарий, добавить в приложение других членов семьи и подключиться на пульт к охранной компании. В комплект Space Control входит сам брелок, элемент питания SER2032, он уже предустановлен, и краткая инструкция. Брелок работает в частотном диапазоне 868-868,6 МГц. Дальность передачи радиосигнала по протоколу Javelier составляет до 1300 метров. Это значение для открытого пространства в условиях отсутствия помех, а для помещений с большой площадью или большим количеством стен можно использовать ретранслятор AJAX REX или сразу установить хаб ближе к тому месту, где вы будете ставить и снимать систему с охраны. Брелок Space Control работает от одной батарейки типа SER2032. Сам производитель заявляет срок службы от одного элемента питания до 5 лет при условии постановки и снятия системы с охраны при условии постановки и снятия системы с охраны один раз в день. Температурный диапазон работы брелка составляет от минус 25 до плюс 50 градусов, но учтите, что на холоде срок службы батареек сокращается. Брелок совместим со всеми хабами AJAX, ретрансляторами и модулями OS Bridge Plus и UART Bridge. Брелок защищен от глушения и подлога. Связь между Space Control и хабом двусторонняя, а данные передаются по зашифрованному протоколу. Общение между брелком и хабом подтверждается световой индикацией. Зеленый цвет значит, что все хорошо и пакеты переданы, а красный, что информация не была передана. А теперь я расскажу вам про дополнительные возможности брелка AJAX Space Control. Доступно программное отключение тревожной кнопки. Если вы носите брелок в кармане или сумке, то можете случайно нажать тревожную кнопку, и сигнал будет приходить вашим близким или в тревожную компанию. Если вы не пользуетесь этой функцией, то просто можно ее отключить. А вот что касается ложных нажатий, то AJAX предусмотрел защиту. Вы можете в настройках приложения включить защиту от случайных нажатий. Для этого выбрать один из режимов – долгое нажатие. Чтобы брелок передал хабу команду, необходимо зажать кнопку более чем на 1,5 секунды. Либо же двойное нажатие. Чтобы брелок передал хабу команду, необходимо дважды нажать на кнопку с паузой не более 0,5 секунды. Но обратите внимание, что функция доступна на брелках с прошивки начиная от 5.54.1.0 и выше. В Space Control также есть режим активации сирены при нажатии на тревожную кнопку. Если включен этот режим в настройках, то при нажатии тревожной кнопки, кроме описанных выше действий, тревоги в приложении и передачи тревоги на пульт охраны, еще и включится сирена. У нас на канале есть обзор домашней и уличной сирены AJAX. Обязательно посмотрите.
А еще одна дополнительная функция – это временное отключение брелка. Она позволяет пользователю отключить устройство, не удаляя его из системы. Это может пригодиться, если устройство некорректно настроено, теряет связь с хабом или вышло из строя. Тревожная кнопка отключенного устройства также будет неактивна. Брелок Space Control очень просто добавляется в систему AJAX с помощью мобильного приложения AJAX Security System и считывания QR-кода с платы внутри корпуса или упаковки устройства. Мобильное приложение доступно для iOS и Android, а обо всех событиях пользователя уведомляют пуш-уведомления, SMS-сообщения и звонки. Давайте подведем итоги. Плюсы. AJAX Space Control – это брелок для простого и удобного управления системой, который позволяет ставить и снимать систему AJAX с охраны, активировать ночной режим и режим тревоги. Брелок легкий и приятный на ощупь, устройство работает от батареек, и заряда одной батарейки хватит на несколько лет. К минусам можно отнести марки белый цвет. Если вы носите его в кармане или сумке, то через некоторое время он слегка потеряет свой внешний вид. В инструкции есть целый блок, как производить уход за брелком. Еще одним минусом, более существенным, является то, что кнопки брелка очень похожи между собой. У пожилых людей, а также людей с плохим зрением, иногда могут возникать сложности с нажатием на нужную кнопку. Итак, если вам нужен простой способ управления системой AJAX, то Space Control является обязательным к покупке. Устройство доступно в белом и черном цвете, ссылки я оставлю в описании. А для всех желающих приобрести и установить охранную сигнализацию AJAX, обращайтесь в BSPK Club. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях ниже. Не забудьте поставить лайк, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Всем пока! Вот сейчас молодец. Запиши на телефон дату, время, когда я тебя похвалил. 13 февраля, 20.00, ты наигранно меня похвалил. Ну что, ты как-то разговорился к концу уже даже. Просто былки приятно на ощупь. Положи их на место. Система выдаст тревоги. Система... Нет, давай перепишем. Да. Вообще. И в дверях было. В дверях, да? Да, в дверях. Это я у тебя просто подслушал, как правильно говорить. Ты ж у нас тут лингвист.